Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня мы начинаем наш разговор на тему «Выдающиеся представители казахской интеллигенции начала XX века». Интеллигенция – это социальная прослойка, состоящая из работников умственного труда, имеющих образование и владеющих специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры. Необходимо отметить, что путь становления казахской интеллигенции был неоднозначным. Это был длительный и сложный процесс. Ход формирования казахской интеллигенции тормозился условиями колониального режима, а также дискриминационной политикой царского самодержавия в отношении покоренных народов. Отметим, что за весь колониальный период нашей истории в Казахстане не было открыто ни одного высшего учебного заведения. Царское правительство считало, что просвещение казахского народа достаточно ограничить лишь начальным образованием, то есть знанием русского языка и элементарных действий арифметики. Стремление оградить казахов от высшего и среднего образования объяснялось тем, что царизм боялся роста национального самосознания казахского народа, а также подъема национально-освободительного движения казахского народа против колониальной политики царизма. И также царское правительство не хотело, чтобы в Казахстане сформировалась собственная интеллигенция. В свою очередь, отсутствие национальных средних учебных заведений приводило к тому, что казахи были вынуждены отдавать своих детей в русские учебные заведения. Конечно, в этих учебных заведениях ретранслировалась русская культура и господствовал русский язык. Но вместе с тем нельзя забывать о том, что из этих учебных заведений вышли многие прогрессивные деятели дореволюционного Казахстана. И в этой ситуации в конце XIX века десятки молодых казахов после получения среднего образования в Казахстане, то есть после обучения в мусульманских и светских школах, решили поехать учиться в лучшие университеты Российской империи. Они уезжали в города Российской империи, такие как Санкт-Петербург, Москва, Казань, Томск и многие другие города. И большее предпочтение они отдавали все-таки столице Российской империи, то есть Санкт-Петербургу. Так, здесь, в Санкт-Петербурге, получил высшее образование Алихан Бакиханов. Он закончил экономический факультет Петербургского лесного института и экстерном обучился на юридическом факультете Петербургского университета. Также юридический факультет Петербургского университета окончили Бахшан Каратаев, Жакып Акбаев, Мустафа Шокай. В том же Петербурге получили свое высшее образование Халел Досмухамедов и Мухамеджан Тынышпаев. Первый учился в Императорской военно-медицинской академии, а Мухамеджан Тынышпаев получил образование в Петербургском железнодорожном институте. Если говорить о других примерах, то Казанский университет, медицинский факультет этого университета закончили Карабаев и Беремжанов, а Алимхан Ермеков обучался в Томском технологическом институте. Если вы обратили внимание, то казахская зарождавшаяся интеллигенция отдавала предпочтение юридическим специальностям. Это было связано с тем, что они видели в образовании возможность защитить интересы собственного народа. Поэтому юриспруденция была актуальным и популярным направлением. Но они также выбирали профессии врача, востоковеда, потому что считали их наиболее полезными. Хотелось бы отметить, что после окончания вузов казахи-выпускники возвращались в родные края, в родные аулы и города и передавали свои знания и просветительский дух своим землякам. То есть они, вопреки ожиданиям колонизаторов, всю свою энергию направляли на то, чтобы защитить интересы родного народа, а также возглавили освободительное движение. Необходимо отметить, что главная заслуга казахской интеллигенции заключается в том, что они привели в движение казахское общество и воспользовались при этом социальными и политическими свободами первой русской революции. Они стремились освободить свой народ от колониальной зависимости царизма и также пытались высвободить народ от патриархально-феодальной отсталости. Главную цель казахской интеллигенции – служение народу – ясно излагает в своем письме один из лидеров Алаш Мыржак Абдулатов. Он писал:
Я считал своим долгом помочь своему порабощенному, угнетенному народу вырваться из этого рабского положения. Не думаю, что смог вовремя предвидеть события в политической сфере. То, что преподносят сейчас как борьбу против советской власти, всего лишь мое желание видеть казахскую нацию самостоятельной, независимой и счастливой. Он писал эти строки, находясь в Бутырской тюрьме. В начале 20-го столетия лидеры казахской национальной интеллигенции решали тяжелейшую историческую задачу. Эта задача была, как отмечал Мустафа Шокай, консолидировать или сплотить казахский народ как нацию и освободить его из пут колониального господства Российской империи. Национальная интеллигенция считала, что для сохранения этнической самостоятельности казахского народа необходимо переходить к активным действиям и призывала увеличить акции протеста против царизма. Также она стремилась добиться участия казахских депутатов в Государственной Думе Российской империи. И уже потом, впоследствии, она использовала трибуну Государственной Думы как площадку, где поднимались наиболее актуальные проблемы нашего народа. Необходимо отметить, что казахская интеллигенция в начале 20 века вывела национально-освободительную борьбу казахского народа на совершенно новый уровень. В частности, она прибегала к слову как к оружию. Она писала статьи, всевозможные обращения в периодических печатных изданиях, обращаясь к народу, и прежде всего в общенациональных печатных изданиях, таких как газета «Казах» и журнал «Айкап». Также представители национальной интеллигенции писали литературные произведения с целью пробудить национальное самосознание казахского народа. И идеи пробуждения нашего народа легли в основу таких произведений начала 20 века, как «Оян Казак» Мажака Падулатова, а также «Кыркмысал и Маса» Ахмета Байтурсынова. Передовая, лучшая часть казахского общества, образованная интеллигенция, также обращалась к колониальным властям через петиции. В том числе они писали петиции на имя самого царя. И в этих петициях они требовали защиты своих прав. То есть они, как равные с равным, говорили очень смело с представителями колониальной администрации. Лидеры казахской национальной интеллигенции понимали, что для политического пробуждения казахского народа необходимо разбудить в нем стремление к знаниям и ликвидировать безграмотность. Таким образом, они со страниц печатных изданий обращались к народу с призывами овладевать знаниями. Они считали, что знание – это единственный путь прийти к цивилизованному обществу и сохранить свой народ как нацию. Если говорить о проблеме казахского языка и литературы в начале 20 века, то этой тематике посвятил большинство своих статей Ахмет Байтурсынов в начале прошлого столетия. Для того, чтобы сохранить свою самостоятельность, нам необходимо всеми силами и средствами стремиться к просвещению и общей культуре. Для этого мы обязаны первым долгом заняться развитием литературы на родном языке. Никогда не нужно забывать, что на самостоятельную жизнь вправе претендовать только тот народ, который говорит на своем языке и имеет свою литературу. Ахмет Байтурсынов. Ахмет Байтурсынов был первым талантливым реформатором казахского алфавита на основе арабской графики. В своих статьях на страницах газеты «Казах» он подчеркивал важность обучения детей в школах и медресе. Он настаивал на обязательном двухгодичном обучении детей на казахском языке, считая, что начальные школы должны быть в миссионерской политике, то есть каждый народ должен иметь право на свой язык, письменность и религию. Вместе с тем он отмечал необходимость обучения и русской грамоте. Казахская интеллигенция в своих научных статьях и всевозможных обращениях к народу также пропагандировала достижения науки цивилизованных стран. Она считала, что наука – это мощное оружие, которое способно коренным образом изменить общество. Значительное место в деятельности казахской интеллигенции начала 20-го столетия занимали правовые проблемы. Дело в том, что существовавшее тогда царское законодательство самым грубым образом нарушало, ущемляло права коренного населения в Казахстане. И интеллигенция, зная реальную картину, пыталась представить властям информацию о социальных потребностях казахского общества и тем самым защищать его интересы.
Конечно, центральное место в правовой деятельности казахской интеллигенции занимал земельный вопрос. И лидеры казахской национальной интеллигенции, такие как Тынышпаев, Бакиханов, Байтурсынов, Дулатов и многие другие, в своих статьях и выступлениях справедливо критиковали аграрную колониальную политику царизма, а также требовали от властей прекратить изъятие казахских земель и переселение на них русских крестьян. Также представители интеллигенции выражали недовольство беззаконием, которое творилось в духовной сфере жизни казахского общества. В частности, по временному положению от 1891 года в Казахстане духовная и религиозная сфера общества были подчинены Министерству внутренних дел Российской империи. Этот факт являлся самим по себе грубым вмешательством в религиозные дела казахов. По временному положению 1891 года в Казахстане стали закрываться мечети, молитвенные дома, а также запрещалось преподавание Корана в учебных заведениях. Параллельно с этим шла политика христианизации, то есть власти всячески пытались распространить христианство среди местного казахского населения. И, конечно, параллельно с этим ущемлялся казахский язык. Поэтому совершенно справедливо группа казахской интеллигенции в знаменитой Каркаролинской петиции 1905 года среди многочисленных требований предъявила требования свободы совести для казахов и возможности обучения на родном языке. А теперь давайте закрепим изученный сегодня материал. Созданная почти из ничего и существовавшая в тяжелых условиях царско-полицейского режима, благодаря умелому руководству и самоотверженному труду Ахмета Байтурсынова, газета перед закрытием имела собственную типографию, большой запас бумаги, небольшую библиотеку, тираж превышал свыше 8 тысяч, писал Маршакып Дулатов. А о какой газете пишет он? Маршакып Дулатов в данной статье пишет о национальной газете «Казах», главным редактором которой был Ахмет Байтурсынов. Итак, давайте подведем итоги сегодняшнего урока. В советское время господствовала идея о том, что казахская национальная интеллигенция начала 20-го столетия была не прогрессивной, а реакционной силой, которая тянула общество назад. И поэтому многим поколениям, жившим в советское время в Казахстане, практически ни о чем не говорили имена Ахмета Байтурсынова, Алихана Бакиханова, Мухамеджана Тынышпаева, Маршакыпа Дулатова и многих других. Их имена в этот период времени были преданы забвению и запрещалось изучение их научных трудов. Казахская национальная интеллигенция сформировалась в конце 19-го, начале 20-го веков и состояла в основном из врачей, политиков, судей, ученых и так далее. Главная заслуга интеллигенции заключается в том, что они все свои усилия приложили для защиты интересов казахского народа, а также для того, чтобы поднять общечеловеческие ценности. Они мечтали видеть свой народ свободным, цивилизованным и политически самостоятельным. Также они мечтали о том, чтобы у каждого человека и у каждого народа было право на личную свободу и свободный доступ к достижениям общечеловеческой культуры. В тяжелых условиях начала 20 века они подняли национальную идею казахов до высокого уровня и провозгласили идею о возрождении национальной государственности. На этом наш сегодняшний урок подошел к концу. О других представителях казахской интеллигенции и их деятельности в начале 20 века мы продолжим говорить на наших следующих уроках. До свидания.